Борис, ты ваши в паузе что делают? В телефоне сидят. В телефоне сидят. Вот. И это мир уже все меньше и меньше, как бы сказать, какой-то социальный. Вот. Все в этом информационном своем потреблении, они из него выныривают в некой дезориентации. А что вам? Угу. Какое спасибо? Какое здравствуйте? Вот. Какой пряник? Вот. Я тут сижу, у меня это... Жизнь так происходит. Сказать, происходит, да. Ну, вот. Поэтому, к сожалению, сейчас ну, вот способы донесения информации, создания этих условий – это новый квест. Вот. Нужно понимать, что в целом сотрудники сейчас тяготеют к тому, чтобы ну, как бы даже на работе не быть, они все равно куда-то ныряют, голова их где-то находится в другом месте. Они запостили что-то, им написали комментарий, они, значит, это закрыли, им надо сейчас что-то переговорить. Они думают, что они параллельно, значит, сейчас ответят на этот комментарий. Uh-huh. Вот, кому они там что написали, с кем они встречаются, там еще что-то. Ну, черт, ну, что-то у них в голове может происходить. Вот. А вы в этот момент говорите, где здрасте, где спасибо? Они говорят, что? А, ну, забыл. Но он не забыл, он, может, в телефоне сидел, он там какую-то большую жизнь завел в этот момент.